Магаданцам помогают решать проблемы через портал госуслуг. По состоянию на конец июня поступило 2640 обращений от калымчан. Из них 2266 уже решены. Часто задаваемый вопрос – коронавирус, запись на вакцинацию, проблемы с получением сертификата, дневник самонаблюдения. Также волнующие калымчан темы – ЖКХ и благоустройство. Обратиться с просьбой о помощи жители области могут через приложение госуслуги «Решаем вместе». Сейчас к сервису подключены более 600 региональных исполнителей.